Скажу заранее, что эта инициатива полностью наша. Никто нас не заставлял, не просил. Мы абсолютно добровольно это делаем. Ну, а вот первая бутылка. Вот она, значит, сейчас надо собрать и ехаем дальше. Здорово всем! Сегодня запланировал стрим с Ниной по сбору бутылок. Пока ехали до места того, где можно спокойно остановиться и собрать, собрали вот просто полная телега прям. Тут килограмм, а может быть, 50, может быть. Так что вот так вот. Это просто ехали по городу, пока вот до места. Еще даже не доехали до места. Все, уже телега забита. Сейчас сдадим. И потом стрим запустим. Вот так вот. Коля сколько набрала. Занимаемся тут общественными работами. Ну вот, накинула еще. Тачка огонь. Так, ну что, мусорите тут, а? Ну-ка, не надо мусорить. Какой-то из них джин может быть? Не может быть какой-то из них джин. Так, пойду Нине помогу. Закину сюда. Игорь, это не бизнес. Пустырь, чёрт, столько народ. Да, бутылки сдаем. А вы что думали, чем еще занимаются стримеры? Конечно, бутылками, блин. Миссори, неудобно немножко камеру держать в руке и таскать все это, но я думаю, вам нормально это видно, то, что я делаю вообще. Я тебе еще до точки не даю. Так, 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 ну что у нас тут? Вот так вот положим. Блокчик. Субботник, что ли? Да. Я, смотри, какая красотень. Велик не устоял под натиском. Надо поднимать. Да, какая зарядка, я уже употела. Мы, кстати, это уже вторая телега. Мы одну пока сюда ехали, отвезли уже. Не смогли удержаться. Столько всего, уже, короче, 50 килограмм отвезли. Это уже второй заход вот. Сколько все уходок хотим сделать. Да я не знаю, вообще был план очистить вот эту вот прекрасную дорогу, по которой мы очень часто ездим. Принимай. За почти 50 и больше килограмм дают целых 50 рублей. Куда выкидываем? В пункт приема. Там стекло это бьют. Вы не подумайте, что это ради заработка. Это не ради заработка. Это ради просто чистки природы. Потому что ты видишь, да, сколько вот это все говна, и оно же никак, никогда не разложится. И никто никогда это не уберет, потому что все бутылки грязные в пыли, и как ты можешь видеть, их вряд ли кому вообще они нужны. И вот мы как бы... И вот так вот, вот так вот. Видишь, даже такое стекло берем, которое уже вот все переломанное. Вчера собирали опята, сегодня 0,5. Подработка без регистрации смс, ага. Короче, смотри, это очень удобно вот так вот. А одета типа спортивная сумка, и тут вот айфон такой, опа, отца, и вот он чатик такой. Читается типа вот, видишь, прям вообще удобство. Вот так вот ровненько кладем. Вот она какая. Ну, вынесла нормально, так нормально. Иди выкидывай. Я прям футболист, нахрен. Хлоп. Нина работает, Паша пьет? Нет. Все не так. Все вообще... Вообще все не так. А, нормально нашла так. Это такое. И вон еще тоже, вон, смотрите, вот что это такое там? Вот две штучечки вон лежат. Сколько крышек, посмотри, советских. Толстенных. Вот этому здесь место. Вот это здесь и должно быть. Mm-hmm.
Нормально, почти новое. Можно это заряжать телефон. Немножко заржавело, но как бы ладно. Здорово. Вы что смотрите-то? Давайте помогайте тоже. Вот смотри, вот так вот. Вот раз, раз. Все, нормально. Хардбол. Вот смотри, вот два. Что смотришь? Помогай, давай. Ну, не нормально. Пивасик номер два. Так если у него добра навалом, пусть сдает. Зачем это будет выкинуть? Чей размер, кто потерял? К сожалению, с данным видом транспорта нам очень неудобно вывозить вообще весь мусор, и поэтому мы собираем только банки, бутылки, стекло, ну, в общем, все, что вы видели. Но все же стараемся, как можем. Надеюсь, в будущем сможем делать более продуктивные выезды. Также сравнительно недавно мы ездили по городу и собирали картон, весь, что плохо лежит. Но это, конечно, не так чистит экологию, но все же... Ля, какой картон! Уже 18,5 килограмм сдали, и сейчас вот еще вот это вот сдадим, тоже, наверное, столько же будет. Вот так вот выходные проводим, отдыхаем. Ну что скажу по итогу. Снимать было очень неудобно, и стрим обрывался из-за того, что сеть 3G, 4G местами плохо ловила. Но все же, хоть что-то сняли, естественно, в кадр попало не все, и очень неудобно было снимать это с рук, собирая при этом. Так сказать, вне кадра собрали намного больше всего, и качественнее это было. Значит, собрали 4 тележки, это примерно 200 килограмм. Очень много мусору, где-то на каждые 100 метров 100 килограмм мусора. То есть буквально на этом видео мы проехали 200 метров и за 200 метров вывезли 4 тележки мусора. Вот такая вот статистика. Так что, уважаемые, давайте мы не будем мусорить. Я понимаю, что среди моих зрителей люди хорошие, адекватные, и они не будут никогда мусорить, но все же передайте, если увидите кого-нибудь кидающего любой мусор куда-нибудь на асфальт или в траву, уж тем более. Передайте им мои слова, чтобы они не мусорили, пожалуйста. Спасибо всем за просмотр. До новых встреч.